Вот примета наша. Отродясь, такого высокого дерева не видал. А может, вернемся на заставу и подмогу позовем? Нет на это времени. Соловей-разбойник улизнуть может. Крепкая ветка. Палицу добрую соорудить из нее можно. Вот только высоко никак не достать. Ну что, пойдем проверим, что там у разбойников в пещере? Неужто золото? Да откуда золото у этих злыдней? Мне бы вот коня своего найти. Вижу, блестит там что-то в кроне. Вот только что не видать. Да, дикое место. Вот вернусь в Киев, прикажу здесь канатную дорогу построить. И фонтан. Совсем закоптились камни. Видать, часто здесь разбойники костер разводят. Совсем закоптились камни. Видать, часто здесь разбойники костер разводят. Батюшки свет, как же можно... Знатный клинок. Большой вес должен выдержать. Вот бы еще один такой. Замкнутый круг какой-то получается. Вижу, блестит там что-то в кроне. Вот только что не видать. Чую, полно там еще всякого добра. Чую, полно там еще всякого добра.
Бесконечный какой-то процесс получается. Ты это, богатырь, камни разбрасывать прекращай, а то трассу феодального значения завалишь. А что делать-то, если они падают все время? Так, может, вот те две дырки заткнем? Верхний камень на подпорках и удержится. Произошло разрушение несущих конструкций ввиду их хлипкости. Ну, раз так, то сам ищи, чем бы эти дырки заткнуть. Это что ли? Замок разбойничьей пещеры. Я бы сильнее надавил, да боюсь, вся конструкция разломается. Не влезает. Я бы сильнее надавил, да боюсь, вся конструкция разломается.
хорошо оно складывается. Хорошо оно складывается. Я бы сильнее надавил, да боюсь, вся конструкция разломается. А хорошо оно складывается. Совсем закоптились камни. Видать, часто здесь разбойники костер разводят. Оно, логово разбойничье. Пора награбленное реквизировать. Нече нам на чужое добро зариться. Бурушку искать надо. Эх, плакало мое золото. Какое еще золото? Это образное выражение такое. Вам, непросвещенным, не понять. Не обращай внимания. Вот это правильно. Лук под подушкой держать к хорошей стрельбе. Охота там рыться. Уж больно пыли много. Неохота там рыться. Уж больно пыли много. Бурушка! Отзовись! Жив ты там, друг мой дорогой! Эх, не слышно ничего. Но где же еще им богатырского коня прятать, как не за этой дверью?
вышиб бы дверь. Да боюсь бурушки повредить. Ключ нужно искать, по-другому никак. Вышиб бы дверь. Да боюсь бурушки повредить. Ключ нужно искать, по-другому никак. Видать, с собой разбойники ключ забрали, али спрятали хитро больно. Так что нужно их душегубов приманить и ключик изъять. Это как же? С разбойниками биться? А что ж с ними... Знатный дым, прям столбом в небо. А вот и разбойнички показались. Ну, мне пора. Oh.
Oh!